Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet, last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights, get super cut a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolapse, Suburban Zip, Victim and D-Satch. Watch your back when in rival hoods, they'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell, jump out busting, gunning till they tuck their tail. It seem like I'm on impossible missions, twisted predicaments, hostile positions. Tenpenny and Pulaski harass me, cop cars been on our ass the last past week. Cause the Dre is for the gangsters, homeboy. Hands is the language for the bangers, homeboy. And it's dangerous, homeboy. Get your brains loose for how you do your bangers, homeboy. Heat cock, keep poppin' hot ones. Dump them out, bend the block. Shake before the cops come. Listen for sirens, they don't got none. Back another lap, catch a straggler with a shotgun. Hitting them up with that Grove Street lock and a dirty slingshot, no Levi. Всем здорова, друзья, с вами спикер, и CJ вернулся в GTA 5. Он готов покорять новый город, это Лос-Сантос. Он вышел из тюрьмы, и, конечно же, нету ни оружия, ничего, ни тачки, и готов начать все с нуля. Новый бизнес и новые районы будем держать. У нас есть целая история, садись на байк и посмотрим, насколько эта история будет интересной, как она будет развиваться. Отправляйся домой, 6 километров нам ехать по ходу в город, друзья. Ох да, первое уже нарушение, сломали шламбаунд. О, нормально, это CJ, это крутой CJ, который подкачался в тюрьме и готов покорять новые вершины и новый город. Это Лос-Сантос, большие возможности, я смотрю, обалдеть. Мы в пригороде, ехать до города 5 километров. Мне нужна в первую очередь крутая тачка для CJ, друзья. И, конечно, пишите в комментарии, какую тачку ему подобрать, угнать, либо купить, и где денег заработать. Ограбление банков тоже возможно. Торговля наркотиками тоже возможно. И, конечно, будем держать много районов. Ну, конечно, для этого нужна сперва нам тачка, но это не актив. Это какая-то семейная тачка, мне нужно что-то крутое такое. О-о-о-о, это, походу, то, что нужно, обалдеть, это Ниссанчик промчался. Вот эта лошадка реально крутая. Нет, это не то. Это совершенно не то. Ну-ка, ребята, проезжайте, я хочу посмотреть, какие тут тачки есть в Лос-Сантосе и на чем можно погонять, обалдеть. У меня просто ноги уже отпали от велосипеда. Ну, тачки реально крутые. Очуметь. Тут есть огромный выбор, из чего можно погонять. И, конечно же, будут гонки. CJ будет участвовать в гонках и покорять Лос-Сантос всеми возможными способами. А какие тут красоты. Это просто шедевр. Так, осталось по ходу 60 километров до города. И скоро мы приедем в наш новый райончик. И CJ сможет посмотреть, насколько там все бедно и как будем раскручиваться. Банду Балас тоже будем прессовать, тоже будем грабить и отбивать новые райончики у них. Проезжай, проезжай, товарищ. А фак тебе, не проедешь. Вот этот Ниссанчик реально крутой тачка. Мне нужна такая. Там еще круче проехала. Обалдеть. Тачки реально крутые и нужно что-то делать. Либо зарабатывать бабки, либо угонять дорогие тачки у крутых чуваков. Нет, это не то. Это не то, это старый уже век. Мне нужно что-то реально крутое, друзья. И, конечно, пишите в комментарии, какую тачку CJ взять или украсть. Я вижу уже Лос-Сантос. Город возможностей. Мы готовы раскрутиться тут по полной. 3 километра еще до дома пилить CJ. Ух, маленько он, конечно, устал, но мы доедем. Ребята, не проедешь. Ох, май га. Это кажется, я даже не знаю, что это такое. Ну-ка, проедь, хочу посмотреть поближе. Я хочу, это спорткар, это точно, либо суперкар. Ох, друзья, это же... Я забыл даже, у меня до речи потерялся. Обалдеть. Погнали, погнали, CJ. Ну-ка, посмотрим, насколько мы тоже сможем ускоряться на нашем BMX. Так, у нас умеет прыгать еще и умеет на одном колесике. Ну-ка, попробуем, CJ, какой мы в форме сегодня. Довольно неплохой в форме. Не, поехали спокойно. Мы уже приближаемся к Лос-Сантосу и посмотрим, что тут можно сделать, какой бизнес можно сделать. Вижу, тут есть гонка на трассе.
то есть кольцевые гонки. То есть можно реально участвовать в гонках. Это реально тема, и можно срубить много там денег. Есть казино, конечно, его можно ограбить. Эх ты да, это казино. Там много денег, но там много охраны тоже. Друзья, пишите, что CJ сделать в следующей серии. Мы приедем домой и посмотрим, насколько там у нас плачевная обстановка. Обалдеть, сколько тачек, вон красная. Ох май га, это Феррари, если не ошибаюсь. Обалдеть, тачка реально крутая. Так, мне куда нужно? Мне нужно по прямой. Чувак, на тебе. Ух, довольно неплохая такая оранжевая, поднимается крыша. Но нет, не то. Мне нужно такое спортивное, что-то спортивное, скоростное, и чтоб гудел, ревел моторчик. Тачек много, и мы уже въезжаем в полноценный город. Тут реально есть где раскрутиться, CJ. Так, проезжай, нужно маленькое проезд взять, наверное. Пройдемся по городу, посмотрю, насколько здесь все круто. Это Лос-Сантос, детка. Мы будем его покорять, конечно же. Так, уже появились светофоры. CJ проедет по красному. Нет, зелененький, нормально проскочим. Сколько здесь бомжей. Ух, какие красотки ходят. Фак тебе в руки. Обалдеть. Да, CJ, конечно, не очень неуклюж. Ребята сразу испугались. Да, они его знают. Это точно. Попортили тачку, ничего страшного. Но было довольно забавно. Нормально. Какие-то аварии. Интересно, где тут полицейский участок? Нужно держаться от него подальше. Потому что неприятности мы, конечно, уже нахлопотали. На целых 3 города отсидели от звонка до звонка. Сколько тут бомжей. Надеюсь, мы не будем бомж, CJ. Но город реально потрясающий. Так, осталось 800 метров. И скоро приедем домой. Посмотрим новый дом CJ. Посмотрим, насколько там все круто, либо не круто. И будем держать новый райончик CJ. И, конечно, воевать будем с балосами. А как же без них? А вот здесь можно прикупить, наверное, оружие. Оружие, тут можно прикупить тачку. Да, то, что нужно. Так, нам нужно повернуть налево. Осталось 600 метров. И увидим город. Увидим новый домик нашего CJ. Здесь, я помню, продавали наркотики. Так, можно рассократить здесь. 400 метров практически приехали. Обалдеть, просто реально интересно. Где будем жить с CJ и как будем развиваться наши события? Так, тут проскочим. Ох ты да, и по прямой 200 метров, и вот райончик CJ. Так, ребята, вот я вижу нашу новую банду. Наша старая банда. Привет, ребята, как ваши дела? Все нормально? Будет ништяко. Я вам отвечаю. Будем держать этот райончик по полной программе. Да, наша банда тут полной боевой готовности и готова драть задницу любым. Другим бандам. Так, приехали, походу. Пойдем домой. Чувак, припаркуем мой велик. Обалдеть. Райончик реально крутой, и тут есть где раскрутиться. Вернулся домой, а у нас есть уже первое задание. Загляни к Райдеру, он живет в доме неподалеку. Погнали к Райдеру, к старому бро, и посмотрим, что он нам скажет и какое задание нам сегодня даст. Наши ребята держат этот райончик, а Гроув Стрит захватила балосы. То есть нам придется отбивать. Но это, конечно, потом, у нас нет оружия, чтобы отбиваться. Нам нужно подняться и где-то взять много оружия. Чтобы пойти на войну уже на балосы, на другие группировки, захватывать много районов, держать полный город под контролем. Райончик у нас обалденный. Гоняет Феррари, вижу. Очуметь. Так, ну что, погнали. У нас есть отметка. Погнали к Райдеру, что нам скажет интересного. Какие дела у нас в нашем райончике и какие задания? Проезжай, проезжай. Ребята, как дела ваши? Курим травку, все, балуемся. Так, нам кажется, вот сюда направо. Ух, а у Райдера тут, походу, целая охрана есть. Здорово, ребята, я к Райдеру, надеюсь, вы меня пропустите. С пулеметами, с РПГ. Довольно, ребята, серьезные. Здорово, бро. Ух, у него даже есть бассейн тут целый. Очуметь. А вот в моем доме нет бассейна, хотя тут нет воды даже. Так, вот наш домик.
Первое задание CJ – найти боссов и разобраться с ними, и нам дали 5 бойцов, чтобы помочь в этом деле. Ребята, вы готовы умереть за этот район? Если да, то пойдем за мной. Надеюсь, у вас есть оружие и сможете надрать задницу боссам, потому что у нас нету оружия у CJ. Да, даже бейсбольной биты, кастета, ничего нету, но надеюсь, там не будет с пистолетами, с автоматами. Ребята, держим этот район и будем, конечно, его держать до последней капли крови. Мы готовы умереть за этот район. Если да, ребята, за мной. Бегом уже. Так, где-то у нас отметка находится наверху. Да, вижу. Мы словно целая банда уже. 6 готовы надрать задницу боссам. Я даже не знаю, сколько их там. У нас довольно большой райончик. И довольно симпатичный. Там ребята отдыхают, играют в баскетбол. Мне кажется, где-то вон там отметка. Да, отметка вон там. Тут у нас наши ребята тоже. Ребята, давайте поближе, потому что неизвестно, где они находятся. Так, мне кажется, вон они, прям по курсу. Ох, ребята, готовьтесь к битве, готовьтесь к сражению. Мордобою, потому что нужно прогнать их отсюда. Это наш район, и нужно показать, кто здесь хозяин. Ребята, вы готовы надрать задницу? Ух ты, да, мы прям целая банда. Обалдеть. Ну что, бейте сразу в морду и, конечно, не жалейте никого. Самое главное, выживайте. Сколько их тут? Ну я, в принципе, я даже не знаю, с кого начать. Эх, тебя сразу же. О, с мачете прям. Ребята, бейте их, всех бейте. Обалдеть, меня подлично. Сейчас наваляем тебе. Ох, да, спасибо, прикрыл меня. Мне нужна бейсбольная бита. О, бита. Оп, мне нужна реальная бита. Похари еще раз, похари. Прикрой меня сзади, бро. Похари. Мне тоже похари, там бейсбольная бита была. Он добивает меня. Черт. Сиджей, давай же похари наваляй ему. Да, есть бита. Есть бита, забираем биту. У нас есть бита уже. Да, есть бейсбольная бита. И, ребята, я вас сейчас прикрою. Кто здесь? Кто? О, с топориком. Оп. Это будет жестко сейчас, детка. Спокойно. Так, сзади, Сиджей. Сиджей сзади подходит. Как он хук сделал хороший. Оп, обалдеть. Черт, это реально с мачете. С топориком с мачете развалялась прямо на капоте. Пускай отдыхает детка. Ребята, вы еще живы там? Я даже не знаю, не вижу их. Ну подходи ближе. Эх, бьем его. У него нет ни черта. А вот похоже с топориком. О, обалдеть, она промахнулась. Тоже Сиджей промахнулся с топориком довольно серьезно, детка. Сколько трупов, обалдеть. Наших просто все полегли уже. По печени тебе. Спокойно, детка. Прям по харе. Слушайте, бейсбольная бита реально рулит и просто на ура отбивается. Нормально, Сиджей. Как залетело. Вставай. Сразу вбей в харю. Сразу ей в харю бей. Сзади. Обалдеть, как прессуют они. Как они жестко прессуют-то. О, обалдеть. Как она отлетела-то. Красавица просто. Под затыльник сразу насмерть. Так, осталось их 4. По одному подходим. Только по одному, ребята. Так, промахнулся. Черт, под затыльник получил. Вставай, Сиджей, все в порядке. Есть еще силы для битвы. Давай еще разок. Черт, какой ты... Жердяй-то, похари тебе. Все, отлетел, отдыхай. Так, ну что, их осталось трое, я остался один. Оп, и сразу ей, по печени. Так, ты без оружия, тебя просто как семечки. Тебе по печени, и добьем тебя. Всю нашу банду положили. Но Сиджей остался жив. Обалдеть, сколько полегло. Кстати, тут много оружия, которое можно подобрать. И нам пригодится это в будущем. Но боссов мы наказали. Ребят, конечно, палим. О, собачка бегает. Ребята, молодцы и держали до последнего. Так, мы собрали все оружие. У нас есть мачете, топорик есть. Обалдеть. И бейсбольная бита. То, что нужно. Ну что, ребят, увидимся уже в других роликах по CJ в Лос-Сантосе. Спасибо, кто смотрел, кто поставил палец вверх и, наконец, написал комментарий. Ждем новых роликов. Всем спасибо и всем удачи. И пока. Person. Shouldn't wear a bell around your neck, wanna get slept, fool, you ridiculous.